мальчишки и девчонки, а также их родители. Веселые истории увидеть не хотите ли? Веселые истории экран покажет наш. Веселые истории в журнале «Ералаш». Па-п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 а
Сочинил Тургенев. Да? Ничего не понимаю. Муму сочинил Тургенев. А памятник Гоголю поставили. Сколько нам открытий чудных готовит просвещенье дух, и опыт сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг. А теперь, ребята, выясним ваши знания по математике. Сколько будет, если к одному яблоку прибавить еще одно? Два. Верно. А вот если к двум яблокам прибавить еще два яблока, сколько будет? Четыре. Правильно. А если к двум грушам прибавить еще три груши, сколько будет? Пять груш. Откуда ты все знаешь? Потапов! Потапов, ты что здесь делаешь? В шестые классы, на третьем этаже. Иди сама, в шестой. А я здесь останусь. Я у них здесь самый умный. Я вам помогу. Не надо, сынок, спасибо. Я тут рядом. Да ничего, ничего, давай. Я, честно говоря, устала. Смотри, Колька-то. Делать ему нечего. Да помолчи ты. Колька, он молодец. Он настоящий человек. Рыцарь! Ты понимаешь, женщин надо уважать. Они слабый пол. Особенно пожилые. Мы должны окружить их вниманием. Вниманием. Дайте, пожалуйста, сюда чемодан. Ты что? Дайте чемодан. Вам нельзя таскать тяжести? Это мой чемодан. Волноваться вам тоже нельзя. Чемодан — это наша работа. Помогите! Дайте сюда чемодан. Помогите! Сейчас Колька придет, он вам поможет. Thank you.
Мяч на центр. Так, Хабибулина, звони. Я? Да-да-да. Есть. Звони. Дай-ка я сама. Кто там? Нам Диму Мясоедова. Он сегодня не был в школе. А никого нет дома. Это он? Он. Как никого? А кто говорит? Говорит Москва. Московское время 15:25. Точно.